Nguyên rủa ngươi đừng động đến thánh vật của chúng ta, trong đó là những giấy tờ quý báu. Nếu chúng rơi vào tay kẻ lạ thì sự trả thù của các ngôi sao sẽ giáng lên đầu tên vô đạo. Спасибо. Шеф, да? Посмотрите, это же он. Ну, тот поляк, который ходит к нам уже несколько месяцев. Вот это известный профессор. Он знает язык, которого никто не знает. А, тот? Да. Прошу прощения, господин профессор. Вы позволите пригласить вас на коньяк? Ну, откуда вы меня знаете? Такой человек — большая честь для нас. Вообще-то я не пью.
Как видите, начертания иероглифов почти идентичны. Слайд. Этот пример наглядно подтверждает мою гипотезу о цукхатайском происхождении храмового письма. Специалисты считали, что данная система знаков не подлежит расшифровке. Многие утверждали, что это вообще декоративный орнамент. Однако мне удалось разгадать значение большинства иероглифов. Слайд. Этот текст рассказывает об уставе монастыря 13 века. Что такое? Ничего не понимаю. Свет! Что это? Не знаю. Вы откуда это взяли? Я брал слайды по порядку, как обычно. Кто это сделал? Кто подложил этот слайд? Все на сегодня. Увидимся через неделю. Позвони. Это я подложил вам слайд. Откуда он у вас? Я ждал вас целых 30 лет. Не понимаю. Объясните же. Вы профессор, единственный человек на свете, который верит в существование культуры Покрованит. И знаете ее язык. Это что? Голова змеи. Что это за документ? Науке он неизвестен. Это военный трофей. Я привез его когда-то. Из Индокитая. Так, никаких сомнений. Это классический пример тайнописи Хрумванит. Вымершей культуры времен Прокрованита. Ею пользовались монахи, стерегущие в монастырях бесценные реликвии ушедших эпох. Вы знаете, меня все считали сумасшедшим, который верит в мифы. Но этот документ – самое убедительное подтверждение моей теории. Вы прочтете этот документ? Да, наверное, но потребуется некоторое время. Установим, когда был написан манускрипт. Необходим лабораторный анализ. Если вы придете в воскресенье в мою лабораторию... Хорошо, профессор. Но манускрипт пока останется у меня. Дэнк проводит вас. Давно служите у господина Травена? Профессор! Не пытайтесь задавать Дэнку вопросы. У него вырван язык.
Похоже, там внутри другой манускрипт. Надо его достать. Это не так просто, придется разрезать. Можно испортить, решайте, вы хозяин. Я уже решил. Попробуем. Тут я сконструировал один аппарат. Странно пахнет. Да. Да. Пахнет очень необычно. Тем не менее, мне этот запах знаком. Что-то напоминает. Этот запах. Этот запах. Как пахнут джунгли. Это страх. Так пахнет страх. Испарение в джунгли. Так что, профессор, сумеете прочесть? Похоже, это тот же шрифт, что и на внешнем манускрипте. Вот, посмотрите. Два текста. Совершенно одинаковые диаграммы. И док подчеркнуть так же. Что такое со светом? Извините, позову дежурного. Готово! Спасибо, Поль. Господа, может быть, кто-нибудь из вас вспомнит какие-нибудь детали? В таком случае, прошу сразу связаться со мной. Это просто невероятно. Ядовитые змеи в центре Парижа. До свидания. До свидания. До свидания. Профессор, вас отвезти? Спасибо, я пройдусь. Вы всегда так ездите? Простите, вы кто? Инспектор Боржо. Именно вы мне и нужны, инспектор. Кристин Жобер, Франсуа. Прошу вас, скажите, что случилось? А кто вам сказал, что здесь что-то случилось? Прошу прощения, это профессиональный секрет. Мне сказали, погиб человек, да? Чинил проводку. Упал с лестницы.
До свидания, мадемуазель. Отдайте, пожалуйста, мне пленку. Так будет лучше. Вы все равно нигде не опубликуете эти фотографии. Добрый вечер, профессор. Вечер добрый. Я жду вас. Ничего не выйдет. Дома я не принимаю зачетов. Вы ошибаетесь, я не студентка. Кристин Жобер, Франсуар. Я хотела вас спросить, что произошло в университете. Ничего не могу сказать по этому поводу. Но там погиб человек, вы же все видели. Обратитесь в полицию. Но вы должны мне сказать. Ничего я вам не должен, оставьте меня в покое. Дорога к роту могущества и силы. В долине тысячи змей. Раз ты не убит еще моей верной стражей, ты, добрый или злой, иди. Плоский камень, голова змеи. Двигайся, не двигайся. Три раза кум. Хуман. Богатство несметное, непобедимое. Оружие станешь властелином мира, если получишь могущество и силу. Добрый. Умрешь, если злой. В сосуде познания новая жизнь. Почти каждое слово имеет много значений. Одно слово вы не перевели вообще. Кхуман. Я над ним до сих пор бьюсь. В европейских языках оно не имеет аналогов. Не забывайте, Травен, что это тайнопись. Из контекста следует, что кхуман может быть каким-нибудь символом, указывающим дорогу. Или наоборот. Символом опасности, поджидающей очередного смельчака. Что там, Дэнк? Извините, я пойду. Профессор, вам не кажется странным, что с момента прочтения манускрипта вокруг нас кружатся эти змеи? В манускрипте тоже говорится о змеях. Долина тысячи змей. Профессор, а вы бы не хотели вместе со мной съездить туда? Профессор! Да? Я подвезу вас. Спасибо, я хочу пройтись. Можно мне с вами? Слушай, у меня к тебе просьба. Позвони сейчас по телефону 28 812 25 и попроси Яна Тарнаса, профессора Яна Тарнаса.
Понял? Ну, счастливо. Спасибо. Извините. Значит, впечатление такое, что змеи ведут себя странно, как будто ищут этот ваш манускрипт. Да. Извините, профессор, вас к телефону. Меня? Странно. Простите, я быстро. Чьи-то глупые шутки. Бернард Травен родился в 1926 году в Марселе. Во время войны в Индокитае служил в авиации, в вертолетных частях. Отличился в Лаосе, дважды ранен. С 1954 года в Алжире. В 1960 году выходит в отставку в звании майора. Потом появляется в Конго. Крайний слева, на следующем снимке в центре, рядом с президентом Кома, Травен. Наконец, в 70-х годах вынырнул в Центральноафриканской республике при императоре Бакассе. Официально как советник. В основном занимался нелегальным вывозом произведений искусства. Время от времени появляется в Париже, здесь у него дом. В определенных кругах известен как коллекционер старинных рукописей. А второй кто? Пока только этот снимок. Это поляк, профессор, ориенталист. В течение 3 месяцев работает здесь, в университете. К сожалению, неизвестно, что связывает его с Травеном, кроме старинных рукописей, но мы это узнаем. Понятно. Что дальше? Когда-то журналистка отдала материал в редакцию. Мы его, как положено, просмотрели. Заинтересовала нас фотокопия одного документа, которым владеет майор. Похоже, он вывез его из Лаоса, и почему-то только теперь, через 30 лет... Ближе к делу. Нам показался странным орнамент на этом документе. Очень необычный. Наши специалисты установили, что это похоже на новейшую перфокарту, на которой записываются программы для компьютеров. Переложили все это на язык, понятный нашим компьютерам. И что оказалось? Я слушаю. Что это? Молекулярная структура сплава церия, лантана и неодима. А такой сплав можно получить только в условиях космического вакуума. Насколько мне известно, ни русские, ни американцы таких испытаний не проводили. Вот это уже похоже на информацию. Хочу обратить ваше внимание, что в тексте этого документа говорится о каком-то страшном оружии. Интересно. Мадемуазель Жубер, главный редактор не принимает, к нему нельзя. Разве секретарь вам не сказала, что я занят? Сказала, но я хочу знать, что стало с моим материалом. С каким материалом?
Ядовитые змеи в университете. Мне была обещана половина столбца. Первый раз слышу. Мой шеф при мне отдал материал в этот номер. Не знаю. Я не в состоянии заниматься отдельными номерами. Спросите его самого. Да, но его нет на месте. Успокойтесь, пожалуйста. Это наверняка недоразумение. Кроме того, я действительно очень занят. Мадемуазель Жубер! Мадемуазель Жубер! Я разделяю ваше возмущение. Позавчера мне удалось взглянуть на ваш материал. Очень интересно. Так вы его видели? Да. А где он сейчас? Потерялся, наверное. А кто вы такой? Предположим, я представляю владельца другого издательства. Нам с вами надо поговорить. Да, о чем? Я бы советовал после осмотра монастырей найти время и съездить на строительство комбината. Это недалеко отсюда. Обязательно, если время позволит. Господин Йонг, просьба к вам. Помогите, пожалуйста, решить проблему транспорта. Вездеход или какой-нибудь джип? К сожалению, вы опоздали. Единственный вездеход нашего министерства мы вчера отдали журналисту из Европы. Он будет делать тут серию репортажей. А на легковой машине вы по джунглям не пройдете. А у вас тут не дают автомобили на прокат? Мы хорошо заплатим. К сожалению, у нас автотранспорта не хватает. Но мы сделаем все возможное. От лица нашего министерства вас будет сопровождать господин Нуми. Он все дороги знает, видите, как хорошо. Так что не заблудитесь, это вам гарантируем. Приятного путешествия. Это обязательно. Надеюсь, вы не думаете, что мы вам не доверяем. Прошу поверить, это делается в интересах вашей собственной безопасности.
Это безумие. Это старый автобус, 100 тысяч трангов. Они пользуются каждой возможностью. Придется привыкать, профессор. Профессор! О, боже. Вы ее знаете? Нет, она меня знает. Так за сколько же вы готовы уступить нам этот свой драндулет? По-моему, вы шутите. Я хорошо заплачу. Можете им воспользоваться при одном условии. Слушаю. Мы поедем вместе. Исключено. Он мне самой нужен. Этот драндулет. А впрочем, согласен. Но встречные условия. Про нашу совместную экспедицию вы не напишете ни слова. Вы забыли, это я ставлю условия. Здравствуйте. Добрый день, чем могу служить? Телеграмма в Париж, пожалуйста. Прошу вас. Сейчас отправим. Спасибо. Покажи мне текст ее телеграммы. Это невозможно. Тайна переписки. Отпустите! Что вы делаете? Ну и что? Телеграмма в редакцию. Утром едут в монастырь в Лернохту. Далеко. Ты остаешься здесь, я еду в Париж. И тут не было никаких дорог? Здесь тянулись непроходимые джунгли. Проходы через них знали только партизаны. Мой отец мог провести кого угодно и куда угодно. Даже в тот самый далекий монастырь, куда мы сейчас едем. Да. А теперь эти проходы кто-нибудь знает? Эй, случилось что-нибудь? День добрый. Добрый день. Не узнаешь? Нет. А сейчас? Нет. Слон C2, G7. G7, 9. И мат! Андрей! Осторожно, я измажу тебя. Вот это да. Сколько лет мы не виделись? Ну, 15, наверное. 15 лет. Да. Откуда, куда? В монастырь Лернохту. Ну, это еще далеко. А у меня рядом лагерь. Возьмете с собой машину, приглашаю на обед и ночлег. Нас приглашают на обед. Угу. Я только возьму свои вещи. Кто это? Мой знакомый, русский. Вы знали, что он здесь будет? Да что вы! Не нравятся мне ваши контакты.
Господин Травен, вы будете мыться? Конечно. Ой, знаешь, как я в детстве увлекался Востоком? Книжки зачитывал до дыр. Потом стал интересоваться тибетской философией, йогой. А вот сейчас я почти год торчу в самом сердце Азии, и представь себе, ничего не видел. Абсолютно ничего. Завидую я тебе, турист. Ходишь, смотришь, ищите чего-нибудь. Ищем. Ничего. Что случилось? Ничего страшного. Небольшое приключение. Чего уставились? Стойте! Это изобретение наших биохимиков. Парализует змеи и не вредит другим животным. Профессор, нам бы такие гранаты тоже не помешали. Мы бы купили их. К сожалению, у нас осталось всего несколько штук. Здесь разобьем лагерь, подождем до утра. Так мы что, приехали в Лернохта? В таком случае монастырь где? До него 2 километра. Но машина туда не проедет. К тому же уже темнеет. Я принес его сюда ночью. И хотел, чтобы Муми знал, что мы собираемся посетить не только монастырь. А что еще? Придем на место, увидите.
Trên thế giới này không có thung lũng nào như vậy. Он говорит, что нет здесь такой долины. Tại sao ông lại có được bản này? Переведите, что мы готовы отдать все, что украдено в святы. Пусть укажут дорогу в долину могущества и силы в обмен на рукописи. Чунто есе чалай татка баова. Ну май чичи чунто гео дэн ту люксик ман махум ви. Chưa có ai dám vượt qua ranh giới của thung lũng đó cả. Он говорит, что никто еще не возвращался из долины. Чепуха. Даст он нам проводника или нет? Những nội dung của bản thảo rất cần thiết cho chúng tôi, như ăn nước và mặt trời. Thiếu những thứ đó, chúng tôi không thể nhìn vào sự vĩnh cửu được. Эти священные тексты необходимы нам как воздух. Без них мы не можем заглянуть в будущее. Надо посоветоваться с братьями. Только быстро. Если не согласятся, я эти рукописи уничтожу. Chúng tôi đồng ý. Nhà sư này sẽ dẫn đường cho các ông đến thung lũng. Они согласны. Этот монах укажет нам дорогу. Nhưng nếu ông không trở lại thì sao? Старец спросил, как они получат назад свои тексты, если мы не вернемся? Вернемся. Получат. Theo tôi, theo tôi. Đây trở đi là thung lũng rắn, chứ một thằng da trắng nào dám vượt qua. Говорит, что начинается территория, на которую еще не ступал белый человек.
Держитесь. Вот так. Đây là đền thờ thần rắn. Con đường này sẽ dẫn đến đó. Помните, в манускрипте три раза кхуман. Я вам точно не перевел значение этого слова. Монах сказал, что кхуман — это то, что ведет вверх или вниз, путь указывает, и имеет разрушительную силу. Các người đều vượt qua thung lũng của sức mạnh hùng mạnh. Это граница долины могущества и силы. Ở đây các người phải tuân theo luật lệ về đất đai. Там ничто не подчиняется земным законам, и никто не знает, доживет ли до утра. Rồi không biết ngày mai cái gì sẽ xảy ra. Các người cứ đi đi. Rồi các người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Дальше мы идем одни, он за нас не отвечает. Первый кхуман указывает дорогу в долину. Эй, идите сюда, тут что-то непонятное. Трамвай, идите сюда. Точно. Кристин, ты цела? Цела. Бросайте трос. Подожди, сейчас спустимся. Что такое?
Помогите! Быстрее! Держите! Здесь гранаты с газом. Быстрее! Быстрее! Надо было снять предохранителя! Откуда он это взял? Ведь Батурлин ему их не продавал. Что змеи стерегли только вход в подземелье. Идем. Стойте! Что бы от нас осталось? Лазерная установка в подземном храме. А вы уверены, что это храм? Как же мы пойдем дальше? Помогите мне. Вы в середину. Это был второй Кхуман. Thank you.
запах манускрипта. Бросьте подальше! Thank you.
валяете дурака! Отдайте трос! Здесь наши дороги расходятся, профессор. Что? Вы рассчитывали на мое общество до самого Парижа? Наивный вы человек, профессор. Вы мне нужны были только для того, чтобы получить вот это! Отдайте трос! Он сошел с ума. Негодяй! Господин Травен, вы их бросили, а сами убегаете. Это недостойно офицера. Камень! Что он мелет? Гибель грозит всему живому, если вы заберете это отсюда. А, чепуха. Он говорит, что в амфоре заключено добро и зло, мудрость и власть. Говорит, что ее спрятали здесь пришельцы с далеких звезд. Если ее открыть, над миром нависнет смертельная угроза. Поэтому амфора должна вернуться в храм. Вы сами в эти сказки тоже верите? Господин Травен, может, это действительно сказки, но амфора – произведение искусства, она принадлежит народу. Произведение искусства. Вы правы. Возьмите. Что выронил Травен, когда он упал? Ничего. Кристин. Травен выронил табличку, которую он взял в вертолете. На ней было имя. Капитан Бернар Травен. Хотел скрыть, что он здесь был когда-то. Значит... Это он украл рукопись? Какой же я идиот. Травен избавляется от свидетелей. Смотри. Священные письмена. Возвращаю их вам. Xin cảm ơn. Cái người đi cùng với các anh chị đã mang một vật còn quý hơn vật này rất nhiều. Đó là bảo vật của các tinh tú. Nó chứa sức mạnh của vũ trụ. Đôi bàn tay độc ác sẽ nhấn nhân loại đến chỗ diệt vong. Vẫn chưa muộn. Hãy chặn đứng hắn lại. Nếu không, kẻ tử thù của thung lũng rắn sẽ tiêu diệt tất cả nhân loại. Андрей, кто это может быть? Беги за газиком. По-моему, им помощь нужна. Угу. Я пойду туда. Хорошо. Ян,
Ян, ты слышишь меня? Янка! 8, 9, Марк. Ах ты, гроссмейстер. Спасибо. Ну, до свидания. До свидания, спасибо. Счастливо, Андрей. Будь здоров, Ян. Еще увидимся? Наверняка. Пока. Счастливо. Никому тебя не отдам. Никому. Мы не расстанемся. Сегодня. Да. Вы улетаете очень рано, 5 утра. Угу. А это презент от нашей авиакомпании. О. Спасибо. Ваш приятель, господин Травен, у себя в номере. Бежим отсюда. Мы замешаны уже во второе убийство. Подожди. Я сделаю снимок. Ты с ума сошла? Нас арестуют. Беги за мной. Сейчас. Самолет прибывает в Париж в 17 часов. Мы желаем вам приятного полета. Что мы будем со всем этим делать? Держим в руках ключ к господству над миром. Только где замок?
к этому ключу. Пожалуйста, вот ключи. Угу. И документы. Автомобиль там, настоящий. Спасибо, держи. Прости, я на минутку. Кристин. Что с тобой? Ничего. У вас для меня новости? Увы, пока никаких. Несмотря на принятые меры, отказывается отвечать. Подождите. Есть результаты? Посмотрите на графическое изображение. Амфора содержит еще один контейнер. А что в контейнере? Еще не знаем. Но он из сплава, который можно получить только в условиях космического вакуума. Непроницаем для любых лучей. Что в середине, мы не знаем. Черт побери, узнайте. Мы можем рассечь его лазером и испытать новое сверло. Хорошо, пробуйте. Ну-ка, приведите мне этого профессора. Выспался? Вставай! Здравствуйте, профессор. Кто вы такой? Я протестую против подобного обращения. Похоже, что прогулка в Азию показалась вам несколько утомительной. Я требую немедленной встречи с консулом. Успокойтесь. Прошу меня простить за слишком настойчивое приглашение, но иначе я вряд ли имел бы удовольствие видеть вас. Простить за что? Удар рукояткой пистолета по затылку – мое любимое развлечение. Чувство юмора вас не покидает. Это хорошо. Но ближе к делу. Садитесь, пожалуйста.
Ах, нет, сюда, профессор. Слушайте меня внимательно. Я представляю организацию, занимающуюся исследованием в самых разных областях, которые не принадлежат к числу широко рекламируемых. Нас заинтересовало одно открытие, которое вы совершили вместе с майором Бернаром Травеном. Дорого он заплатил за ваше любопытство. Операции подобного рода вообще очень дороги. Можно начинать? Я вам скажу, когда начинать. Будьте благоразумны, ответьте на вопрос, который вам уже задавали раньше. Что находится внутри амфоры? Я не знаю, что там. Но если ее открыть, последствия могут быть самые невероятные. Вот посмотрите. Амфора содержит контейнер из сплава, который можно получить только в условиях космического вакуума. Вы меня хотите уверить, что его сделали монахи? Не знаю, кто его сделал. Но в священных письмах монахов говорится о пришельцах. О пришельцах с далеких звезд, для которых эта амфора была святыней. Но что это такое? У вас есть свои соображения? Может, это закодированное, сконцентрированное знание этой древней цивилизации? Сейчас узнаем. Вы не понимаете. Послушайте, что мне сказал старый монах. Злые руки приумножат зло, заключенное в амфоре, и приведут мир к гибели. Подумайте, готовы ли мы к открытию этой тайны? И тем не менее, контейнер будет вскрыт. Но если там внутри взрывчатое вещество, то вы взлетите на воздух вместе с нами. У нас все давно готово. Подождите. Куда? Хорошо, Марино, начинайте. Это нам может грозить. Господин Прищер! Быстро кран, смойте водой! Мои глаза, мои глаза!
Подходи к нему! Иди! Биологическая тревога первой степени. Как вы объясните мутацию Бричера? Нам пока неизвестен генетический код большинства субстанций, заключенных в амфоре. Предполагаем, что высвобождение этих субстанций может вызвать нарушение биологического равновесия и появление чудовищных мутантов. Вы понимаете, польский профессор привез биологическое оружие, которым можно было... только мечтать. Любой атомный шантаж детский лепет по сравнению с этим. Будешь править миром, если освободишь могущество и силу. Простите, что вы сказали? Я цитирую древний манускрипт, с которого все началось. Понятно, что после смерти Бричера мы не сможем продолжать эксперименты в Париже. Дальнейшие испытания переносятся на атолл Матаива. Вы лично перевезете содержимое амфоры в этом контейнере. Происходит. Вызываю базу, повторяю, вызываю базу. Что за черт? И радио не действует.
Но... Оставьте меня. Проснись. Это я. Ивонна. Ивонна. Мой бедный Янек. Ты был очень болен. Помнишь? Да. Я, конечно, помню. Эти пещеры. Да. С лазерами. Джунгли. Монахи. Змеи. Что с тобой? Опять начитался своих манускриптов? Помоги мне. Помню, летел самолетом. Потом аэропорт, а потом... Потом не помню. Не было никаких джунглей. Никаких монахов, никакой Азии, никаких змей. Это был сон. Забудь об этом. Ты должен забыть. Забудь. А ты? А меня ты помнишь? Тебя помню. Мне снилось, что я влюбился в тебя. Кристин. Он ничего не помнит. Ничего не помнят только мертвые. А он жив из-за тебя. Он почти уверен, что это сон. А разве это не так? Больше никакой Азии. We'll be right back.